Всем привет, дорогие подписчики, с вами, как всегда, Диман и Дони, и мы продолжаем играть в GTA 5 онлайн, а это рубрика, ребята, «Битва порталов». Всем ку-ку, Сандер, чуваки. Короче, пацаны, как вы видите, у нас сейчас на наших экранах 6 телепортов, которые ведут нас в разные локации. После телепортации нас встретит мотоцикл, на котором мы должны исследовать эту геопозицию и найти какую-то крутую тачку. Но не всегда там будет тачка, то есть, может, даже ты прыгнешь в пустоту, так сказать. Вот. Да? Да. Многообещающе звучит. Есть возможность также вернуться в обратном направлении, то есть сюда телепортнуться в обратном телепорте и попробовать удачу в другом портале. Все очень просто, и я предлагаю тебе начать. У нас будет всего-то 7 минут на поиски, и чё, погнали? Давай, я выбираю розовый. А я выберу тогда, получается, ребятушки, красный. Так, я попал, опа. Подожди, здесь нужно машину искать, да, в этом районе? Да, нужно найти машину, потому что, как мне сказали, она была спрятана, ну, неподалеку, там, не знаю, буквально в метрах 100-200, может, ну, не знаю. Ищи, ищи, короче. А я в итоге попал в промышленный какой-то район, и тут, ну, очень сложно, я бы сказал так. Я что-то пока вообще ничего не вижу. Да, ребята, короче, пишите в комментариях, помогайте нам, потому что искать тачки очень сложно. Блин, я вообще в пустыне. В пустыне? Ну да. В натуре? Здесь, типа, какая-то, здесь какой-то домик, типа. Ну, домики какие-то, но тут ничего нету. Домик в пустыне. Странно, странно, странно. Ну ты ищи. Короче, ребята, как мне сказали, нам ранее вообще делали тачки такого, знаешь, яркого цвета, чтобы их было сразу, ну, видно. А вот, а сейчас у нас будет намного сложнее, потому что тачки какие-то серые, там черные, да, белые. Ну, то есть вообще серьезно? Сложно. Вообще сложно, да. Максимально сложно будет сегодня. Блин, ребят, я уже объездил половину этой местности, и, честно сказать, я вот ничего не вижу. Может, на крыше что-то есть? Слушай, я как бы здесь тоже проехал уже вот по этой вот... что-то такое, какой-то здесь... Какая-то хрень, короче. Я по ней уже проехал... Подожди, а может такая ситуация, то что машина стоит, например, где-то вообще в кустах? Может, где... Я не знаю, вот нас спрашивают тех, кто нам прятал тачки, потому что, ну, я не знаю, честно. Я решил вернуться все-таки обратно, потому что явно я не могу ничего найти в красном телепорте. Может, ты, конечно, прыгнешь ты туда? Ты в розовом, да, получается? Я в розовом. Я тоже обратно. Я обратно пойду нафиг. Я могу по факту тебе прыгнуть. Я, короче, прыгну в лаймовый. Я, короче, в воздухе вообще затыпашился. Так, я не успел. А ты был в зеленом? Ну, я в лаймовый. Я в зеленом не был. Я был красный, вот и лаймовый. Так, вот получается у нас телепорт этот, ребятушки, подожди. Вот мотоцикл, и у нас уже 2 минуты, ребят. Что это? Что там это за мазафака такая? Что такое? Да я Что за... Где искать тачки, Димка? Это шо такое вообще? Я не знаю, родной. Мне самому так же сложно, как и тебе. Если я найду тачку, я тебе потом расскажу. Если я вдруг найду... Кобздец. Блин, ребят, ну без тачки сегодня, конечно, бы не хотелось остаться. Телепортнулся называется. Ну, в реале, что-то прям вообще сложно. Что-то прям... Может, что-то здесь? Сложно. Так, тут полуоткрытый гараж. Нет, здесь ничего нету. Тут понятно. Я прицеп нашел, это считается? Нет, не считается, родной. А ржавые машины. Может быть какая-то очень быстрая тачка, может даже чит-тачка. Да, вроде ну. Как. Ну, в последнее время нам только чит-тачки и подсовывали, то есть не было такого, знаешь, дерьма какого-то. Поэтому, не знаю, ищи. Слушай, ну я в итоге тэпнул, знаешь, на пляж, тут такие вот два маленьких городочка, я думаю, ты понимаешь, о чем я говорю. И да, тут да, я да, ничего да, не да. могу найти, ребят, ну в реале. Какая-то банда, что ли? Банда? Ну, чуваки проходят на меня. Они сейчас отмудохают здесь, понимаешь? Так, я вон ту сторону не смотрел. Давайте мы все-таки туда попробуем тоже поехать и посмотреть. Может, что-то найдем, ребят. Что за рофл? Может, что-то найдем. Я не знаю, родной, но вот в реале. Ищи тачку. 3 минуты уже прошло. Еще и цвет ужасный должен быть, да? Какой-то, который... Черный, белый, серый, как мне сказать. Ну, такие, знаешь, темные цвета, чтобы уж точно ты не заметил. Ну, зашибенно. Зато мне сказали, что тачка должна быть рядом. То есть, ну, я не знаю, я не могу найти. Я прыгну в другой, наверное, телепорт. Ты в третий уже полетишь телепорт? Да, ну, а чё? Чё время-то терять? Какой? Ты в каком был? В розовом? Я был в розовом и сейчас зелёненьком, зелёный, да. Да, получается. А давай я прыгну в розовый. Розовый хочешь? Так, ребята, короче, да, я тэпнулся в пустыню, взял мотоцикл и чё ты тут не нашел тачку, говоришь, да? Ты я там нет. Ездил? Прям все прям? Ну, я не знаю, ну, наверное. То есть, ребята, как вы видите, Дони не нашел в этой локации, а значит, у меня есть шанс найти самому в этой локации тачку, если она таковая имеется. Что за А фигня? Ты интерьеры смотрел? Интерьеры? Да, тут же интерьеры какие? Есть. А, нет, я понял. Не смотрел. Тут нету. Блин, ребят, давайте, наверное, все-таки пробежимся, потому что тут, мне кажется, все-таки открываются интерьеры, такие вагончики всякие.
Вдруг что-то будет у нас, а? Что-то мне это не нравится, потому что я здесь тоже не могу найти тачку. Уже почти 5 минут, осталось 2 минуты, родной. Чуть-чуть больше, чем 2 минуты. Прикинь? Что за фигня? Чё за? Хз. Чё за? Непонятно, ребята. Фурга. Да походу они все закрыты, я не знаю. Ну в натуре тут, блин, ничего не вижу я, вот честно. Тут насчёт. Блин, да ну нафиг здесь искать машину, это чё за дичь вообще реально? Тут закрыто всё, так. Опа! Я нашел! Это Зенва! Ой, Зенву нашел, она в гараже стояла, прикинь? Да в натуре! Ну. Ты, короче, получается, в этом, ну, рядом с фургончиком был гаражик, и она в гаражике была загнана, прикинь? Зашибись! Пацаны, просто красота! Короче, я тогда везу тачку на спаун, а у тебя еще есть время, 1.5 минуты на поиски своей тачки. Димка, я шатал этот телепорт, короче, только ставил эти машины, просто я не знаю, я его... Я вижу, ты нашел, ты хурпера нашел, нифига себе. Хурпера нашел, кобздец. Да, ребята, время вышло, у тебя, ну, мы как бы не считаем то, что доехать, не доехать, в принципе, ты нашел тачку вовремя, а значит, я тебя жду на спауне, и давай, родной, поспеши. Короче, пацаны, а вот и наши тачки, у меня Zenvo, у Вани это хурпера, Lamborghini, вот, я предлагаю тебе прокачать тачки, пока мы здесь. Давай. Сразу апгрейд, колеса вернем. А цвет какой-нибудь, знаешь? А ты зеленый? Окей. Да, ты тоже зеленый? Или красный? Я красный сделал, красный точно. Так, и поставить надо неончик, ребята, пока есть такая возможность. И тоже красный. Во, все, короче, у меня готова тачка. У тебя готова? Да. Отлично. И я предлагаю тебе пройти несколько испытаний и понять, что же за тачки мы с тобой угнали. Окей, пацаны, время для испытания Drag Racing. Давай, счет. 1, 2, 3, поехали. Давай, ураган, перформансы. Ой, не раскрылась. Ты что делаешь? Ладно, ты выиграл. Короче, ребята, да, вот такое вот у нас было испытание. Я предлагаю тебе пройти на прыжок. Понять, какие тачки у нас по мощности и по скорости. Короче, пацаны, дальше у нас прыжок с огромнейшей рампы прямо в Лос-Антос. Огромная как... Как рампа. Что, как рампа? Как рампа. Окей. Огромная, словно рампа. Про длинные и большие разговаривать тут. Ой, я же не Димка, про длинные машины. Короче, 540 еду я. Такая же стоевина. Такая же стоевина, я пока буду лететь, я, наверное, включу эти. Блипсы, карта сразу, вот так вот пишут. Слушай, ну я долетел на автомагистрали. Я дальше. Серьезно? Да. Ля ты, блин. Емай, залетел, посмотри, куда я залетел. Подожди, ты что, прям самый низ? Да. Никогда еще туда не прыгали. Нормально. Строго нашел скил. Ладно, ребята, что получается? У нас по баллам 2-1. 1-1, нет? 2-1, да. Ну, запомнишь, потом быстрее. Я тоже был, да. Погнали тогда, ребята, на следующее испытание. Гоу. Ну что, пацаны, время для испытания под названием дерби. Давай отчет. 1, 2, 3, поехали. На нафиг. Слушай, опа. На нафиг. А что так... Ты на офигел? Нафиг! Я нахуй ничего не мог сделать, слышишь? Ябай! Офигеть, а что по баллам у нас 2-2 в итоге, да? Подожди, так мы до двух жизней, нет? А, ну, окей, хорошо, да. Давай, готов? А у тебя, да, есть победа, и погнали. Поехали. Слушай, ну я тебя боюсь. Мне, конечно, надо на контакт с тобой вопрос решать. Ага, здрасте. Ага. Здрасте. Как ваше ничего? Мое ничего, все хорошо. На нахер. О! Ой-ой. Газ тормозом перепутал, да? Да, чуть-чуть попутал клавиши, в итоге, ладно. Твой второй балл получается, и чё? Давай, короче, чисто такое решающее испытание устроим, там, спрыгнем с горы Чилит и рандомно узнаем, кто же победил в этом ролике. Погнали. Короче, пацаны, последнее наше испытание, чисто сущий рандом... Ладно, и ты. Давай я, окей. Давай ты. Окей, я. Так, ты прыгнул туда, я прыгну вот так вот, и, блин. Ты так же, как я, в принципе, да? Ну да, они не долетают. У меня есть тактика одна, но... О, чё это? Я так камень словил, алё. Серьезно, ты застрял? Все? Нет, я еще еду, но камень словил жестко. Я тебя обогнал уже. Я вообще не остановился. Так, я на первых камнях, и я не проехал их. А я еще еду. О, бампер твой, привет. Давай, толкни. Да ну нафиг! Спасибо, пацаны! Ну короче, ладно. В итоге, да, третий балл, и он же решающий мой. И я могу сказать, ребята, что в этом ролике я сегодня одержал победу, нашел крутую тачку. Ванька тоже нашел крутую ламбу, вот. За это, я думаю, стоит поставить лайки и подписаться на наши каналы. Ну и всем удачки, ребята, всем хорошего настроения и всем пока! Всем пока!